Здравствуйте. Можно? Да, выходите. Здравствуйте. Моя фамилия Семенов. Я к вам записан сегодня на прием. И зачем вы ко мне пришли? Меня прооперировали в другом учреждении, удалили одну долю щитовидной железы. И врач через 10 дней написал, что мне нужно обратиться к вам, как к онкологу по месту жительства. Так, и? Какие-то документы доставайте, что у вас есть? Мне сказали, что они все у вас. У меня? Да, сказали, что вам передали. Сейчас попробую найти. Я, конечно, не должен этим всем заниматься. Так. Семенов моя фамилия. И А. Ну, я вижу, что и А. Вот ваше заключение. Так, ну у вас все плохо. В каком плане? Что не так? Плохо, что вас неправильно прооперировали. А что значит неправильно? Не в том объеме, нужно было полностью удалять железу. Я не хотел полностью удалять железу. Ну, слушайте, вы не должны указывать врачу, что ему делать. Врач, наверное, лучше знает, чем вы. И что же мне делать? Что вам делать? Я вам сейчас отдам все ваши документы. Вы пойдете туда, откуда пришли. Подождите, как забираете документы? Куда мне уходить? Потому что меня направили-то к вам. Ну, это не мои проблемы. Я не занимаюсь такими мелкими операциями. Обращайтесь туда, откуда пришли. Хорошо, а если я обращусь в комитет здравоохранения? Это ваш выбор. Спасибо, до свидания. Не за что.